Объявлено о ликвидации 6 компаний, принадлежащих семье Али Гасанова, бывшего главы ликвидированного отдела по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана. Об этом передает канал 13 со ссылкой на онлайн-газету «Вергилиар» Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана. Согласно информации издания, прекратили свою деятельность общество с ограниченной ответственностью «Бакыир Медерт», «Каспи Аз», «Медбуа ТВ», «Голден Принц», «Глобал Адвертайзмент» и Каспи.ко. Отмечается, что кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу город Баку, Сабаевский район, улица Фикрета Амирова, 1, где была произведена государственная регистрация компаний. Данные коммерческие организации возглавляли жена Али Гасанова Сона Велиева, сын Шамхал Гасанле и близкий родственник Азер Велиев. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.